Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Некоторая отрешенность и неуверенность в заключенной букве «И» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Показателем деловой активности, силы характера и требовательности для обладателей этого имени является число 8. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Эти люди стараются преодолеть все проблемы и препятствия, опираясь на твердую волю, выдержку и, как мы уже говорили, огромные амбиции. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.